своих сотрудников в порядок. Приведите в порядок своих сотрудников. И давайте мне право разговаривать. Что вы, Рок? Вот возьмите, в эфире меня выгоните за то, что вы не даете мне разговаривать. Кто вы здесь такие, чтобы мне не давать разговаривать в моей стране, на моем родном языке? На территории частной собственности. На территории частной собственности мы проверим вашу частную собственность. А то все деловые. Они хозяева здесь. Все, нет вопросов. Все, в эфире. В эфире об этом скажите. Запускайте в эфир и скажите, что вы не даете разговаривать кандидатам на русском языке. В эфире об этом говорите. Не успокаивай меня. В эфире, запускай эфир и говори об этом. Что, Домнулу Калинин? Что? На русском. Хочешь со мной разговаривать? Разговаривай. В эфире скажи, что ты не даешь разговаривать на русском языке. В эфире скажи об этом. Сейчас прямой эфир. Сейчас прямой эфир. Запускайте прямой эфир. Запускайте прямой эфир. Я здесь. И скажите об этом в прямом эфире. У вас такая замечательная фамилия, но... Я слушаю. Запускайте эфир и скажите, что вы не дали разговаривать. Эти вы ничего не добились. Dacă așa poate domnul Calinin și așa înțelege că trebuie să se comporte la dezbatere electorale, lăsați-le în pace. Domnule Calinin, nu ați plătit dumneavoastră aceste panouri ca să aruncați cu sticla în ei. Dacă nu vă puteți comporta civilizat, vă rog să părăsiți studioul. Витири, скажите, что вы мне даете. Вот, и нет вопросов, я уйду. Никаких проблем нет. Только скажите, за что вы не дали мне разговаривать. Вот возьмите об этом и скажите. Окей. Да что вы говорите? Вы мне говорите о цивилизации. Вы говорите о правом государстве. Когда вы попираете, хотите уничтожить все. Запускайте эфир. У нас же прямой эфир, правда же? Запускайте прямой эфир и скажите, на каких основаниях... Да не надо на меня орать! Чего вы на меня орете? Дома будете орать на мужа, а не на меня. Прямой эфир. Запускайте. Да нет вопросов. На каком основании вы меня просите освободить студию? На каком основании? На том, что я говорю на русском языке? Вот возьмите, скажите об этом в прямом эфире. Скажите, что вы не дали говорить мне на русском. Да вы меня не перекричите, вы зря-то стараетесь. Вы запускайте эфир. Товарищ Калинин, приходите в другой Пока не разговариваешь, это же правда. Вот стойте спокойно. Дайте мы разговаривать свою культуру. Ну, мы разговариваем. Вот стойте спокойно, ваше время придет. Вы не разговариваете. Вы такие же патриоты, как и перед вами люди. Nu discutați, dumneavoastră vă comportați absolut necivilizat. Domnul patriot, tot obraznicia, să știți că nu înseamnă, cine e mai obraznic, nu înseamnă că are dreptate. Vă rog foarte mult. Da, ok. Așa, ce era? Da, continuăm. Avem aici, am avut, de fapt, o situație în pauză și mă văd nevoită ca să-l avertizez pe domnul Calinin că în momentul în care domnia sa mai face încă o abatere de la regulamentul pe care l-a primit și sper că l-a studiat, domnia sa și-a permis ca să arunce cu o sticlă cu apă în panoul nostru. Asta este nepermis și a intimidat prin țipete ceilalți candidați prezenți în studio, am rugăminte. Fie dumneavoastră, vă conformați, răspundeți la întrebări și vă comportați civilizat, pentru că sunt și alți candidați aici prezenți în studio, fie vă rog să părăsiți studioul dacă nu vă puteți abține. Vă mulțumesc și continuăm. După pauză, urma să vedem ce întrebări are Promolex. Acum dați-mi voie să-i spun bună seara domnului Nicolae Panfil. Și să vedem ce întrebări are...